Здравствуйте, с вами магазин и установочный центр FunCam. На Mercedes-Benz S-класса в 221 кузове установили головное устройство на базе Android от компании CanBox. Модель H-Line, диагональ экрана 9 дюймов. Стоит штатное место автомобиля через специальную переходную рамку, которая идет в комплекте. Все встает достаточно аккуратно, без щелей, без зазоров. Сохранили штатную магнитолу. Через специальную иконку мы можем перейти. Все также функционирует, как это было изначально в автомобиле. И потом можем перейти в уже меню Android и здесь получить все современные мультимедийные функции. С подсветкой адаптировали. При переключении габаритов автоматически регулируется яркость. Также кнопки все на руле работают. Это громкость, выключение звука, ответ и сброс звонка. Также на руле работают, если перейти во вкладку аудио, можно вот благодаря этим кнопкам переключать треки, что очень удобно. Также можно с центральной консоли управлять звуком, выключать звук и с помощью этой шайбы переключать треки. Назад. Камера заднего вида включается также автоматически при включении задней передачи. Здесь все как было по штатному, так и осталось. Бардачок вводится, дополнительные USB-порты и слот под сим-карту для подключения к интернету. Также подключиться к интернету вы можете, раздав его с своего мобильного устройства, а в USB-порты подключить флешки с мультимедией, с музыкой, с фильмами. И наслаждаться контентом уже на большом современном экране. Все работает очень быстро, плавно. Можно скачивать любое приложение из Play Market, а самые популярные здесь уже предустановлены. Например, YouTube, Яндекс.Музыка, Яндекс.Навигатор и множество других. Есть возможность подключения Android Auto либо CarPlay как проводным, так и беспроводным путем. Возможность регулировать звук. И множество других полезных мультимедийных функций. Установка достаточно сложная была. По проводке необходимы были небольшие доработки. Но наши мастера справились, все установили. Все работает корректно. Звук идет. Как я уже говорил, здесь сохранилась штатная мультимедийная система. А данная мультимедия подключается по AUX к ней. Обращайтесь в нашу компанию, у нас вы сможете найти большой выбор различных мультимедийных систем и прочих дооснащений для вашего автомобиля. Наши менеджеры обо всем расскажут и подберут лучший вариант. Также есть установочные центры в Москве и в Питере, где наши специалисты грамотно установят и настроят дополнительное оборудование. Есть доставка по регионам, с постоплаты вы сможете принять товар, проверить его и только после этого оплатить. И есть своя служба технической поддержки. Обращайтесь, будем рады помочь. Всем удачи!